Всем привет, вы на канале CryptoCommons. Сегодня поговорим про биткоин глобально. Если вам нравится криптоконтент, то не забудьте поставить лайк, и мы начинаем сразу сходу к делу. Итак, друзья, Ларри Финк, CEO компании BlackRock. Это крупнейший фонд с 10 триллионами долларов под управлением. Собственно, он говорит, что биткоин и криптовалюта – это цифровое золото, и что биткоин ETF BlackRock может помочь сделать этот сектор более демократизированным. Вот, ну давайте все же послушаем, что говорит этот товарищ Ларри, а потом обсудим. И я также считаю, что ролью крипто во многих отношениях является оцифровка золота. Вместо того, чтобы инвестировать в золото, как хеджирование против инфляции или хеджирование против обременительных проблем какой-то одной страны, или же девальвации вашей валюты, в какой бы стране вы ни находились. Давайте прямо. Биткоин — это международный актив. Он не основан ни на какой валюте. Поэтому он может представлять собой актив, который люди могут использовать как альтернативу. Я бы сказал так. Фонд BlackRock — это про надежду. Инвестирование на вашу пенсию, потому что вы считаете, что завтра будет лучше, чем сегодня. Короче говоря, чувак переобулся. Я вам напомню, что этот же товарищ 6 лет назад, в 2017 году, называл биткоин индексом отмывания денег. Собственно, тогда он это делал, чтобы опустить цену пониже, как мы понимаем, и закупиться подешевле. А сейчас, ребята, давайте подумаем тогда с этой же точки зрения, стоит ли ему верить. И вообще, хорошо ли, что запускается биткоин ETF потенциально? Напишите свое мнение в комментариях. Думаете ли вы, что это хорошо или нет? Потому что я вам напомню, что биткоин фьючерсы на Чикагской товарной бирже открылись вот здесь. И после этого цена улетела вниз. Но давайте с вами вернемся еще раньше, еще дальше назад, в 2013 год, ребята. В 2013 год, где у биткоина было, в принципе, свое, наверное, такое первое ощутимое ралли, составное из двух вершин, если вы посмотрите, из двух мини-бычьих циклов, на самом деле. Когда биткоин улетел сначала с 10 долларов на 250, а потом откорректировался на 60 и сходил на 1200. Знаете, что было вот в этот момент, как вы думаете? Я сейчас здесь наблюдаю, как творится история. Биткоин сейчас стоит 111 долларов. Это all-time high, и он продолжает расти. Я видел, как он пробил максимум 3 раза сегодня, дошел до 110. Это самая высокая отметка, это невероятно. Просто посмотрите на этот график. Вы видите этот график? Это последние 3 часа. Вот в этот момент, вот примерно где-то здесь, Андреас Антонопулос, известнейший биткоин-евангелист, выступал на какой-то конференции и рассказывал о технологии биткоин в пустом зале. В то время как биткоин стоил около 100 долларов, ребята. И чтобы вы понимали, сейчас с тех самых пор биткоин вырос во много раз. Во много раз. Даже сейчас биткоин стоит на 30% дороже, чем тогда. Вот и все, понимаете? А технология при этом хуже не стала. И вы знаете, что еще говорил Андреас в недалеком 2014 году? Когда биткоин уже вошел в свой первый полноценный медвежий рынок и нащупывал свое будущее дно в районе 200 баксов. Андреас Антонопулос выступал как эксперт, обучая Сенат Канады. У нас, кстати, есть это видео на канале полное, оно сейчас появится у вас сверху, обязательно посмотрите. Он здесь обучает тому, что такое биткоин. Я хочу вам показать один маленький кусочек про технологию. Я помню, когда у меня появился IBM Selectric с клавишами ESP и Backspace. Так что я мог исправлять буквы, и я думал, круче этого уже ничего не может быть, просто невозможно. Мне сейчас 67, это мое поколение. Я очень сомневаюсь, что я освою биткоин. Как быстро эта технология дойдет до нас? Я бы оценил расположение биткоина примерно на том же месте, что и интернет в 1992. И в 92-м, когда я использовал email, требовался опыт командной строки в Unix'е, подключение к мейнфрейму, и это было очень-очень сложно. Да. Приблизительно 10 лет спустя это достигло массового распространения, особенно среди молодежи. И спустя практически точно 20 лет моя мама получила свой первый iPad и отправила свой первый email. Для технологии потребовалось время, чтобы превратиться из чрезвычайно эзотерической прерогативы кого-то, работающего в отделе компьютерных наук, до момента, когда это могла сделать моя мама одним пальцем, и она признается, что она технофоб.
Так что этому может потребоваться время, но что я могу сказать с уверенностью, что в этот раз это произойдет примерно в 3 раза быстрее. Потому что в этот раз мы не разворачиваем физическую инфраструктуру, у нас уже есть интернет как средство распространения данной технологии. Так что я думаю, что в течение 8 лет мы уже увидим приложения для мейнстрима, которые будут гораздо безопаснее и легче в использовании, которые позволят использовать биткоин пользователям таким образом, чтобы использование ощущалось очень комфортным. А сейчас мы просто до этого не доросли. Ну и вот, собственно, то, что мы видим с вами сейчас, это удобные мобильные приложения, бирж, кошельков, и вы можете отправлять любую сумму в любую точку мира, никто вам не может препятствовать в этом. Особенно, если вы, конечно, храните сами свои приватные ключи, то есть пользуетесь холодными кошельками, не кастодиальными, это важно. И вот все эти штуки, на самом деле, BlackRock и прочее, это как раз не очень хорошо в долгую для крипты, потому что это все кастодиальная история, это не настоящие битки. Если вам позволяют, как фондам крупным, заходить через ETF, через всякие акции, фьючерсы, которые мы торгуем на бирже, это не настоящие битки, вы должны это понимать. Так и вот, получается, что все эти кастодиальные сервисы, которые приходят для упрощения входа большого капитала в крипту, это на самом деле троянский конь, ребята, и об этом тоже говорил маэстро Андреас в одном из видео, которое я лично переводил на нашем канале, послушайте короткий фрагмент. Они видят справедливый протокол. Что они видят, так это рыночную капитализацию. И то, что их будоражит, это что каким-то образом эти идиоты в интернете поняли, как зарабатывать деньги. И мы тоже хотим урвать часть этого пирога. И, собственно, вот они пришли, миллиардеры с Уолл-стрит, которые сейчас внезапно поверили, что это что-то существенное. Но они не поверили, потому что увидели честный протокол. Они, возможно, поверили, потому что они видят монетарную систему, которая это создает. Но они не понимают, почему это так. Им нравится результат, но они не понимают причины. И что же мы делаем в свою очередь? Задаем ли мы какие-то вопросы? Стараемся ли мы обучить их пониманию справедливого протокола? И как дать ему широкое применение и распространение для больших систем? К сожалению, нет. Что мы видим, так это как многие люди аплодируют. Аплодируют миллиардерам, которые наконец-то додумались до того, что мы знаем с вами уже многие годы. Говорим им «добро пожаловать» и слушаем каждое слово, которое они нам говорят, как будто бы они мудрецы, которые наконец-то осознали ценность этой системы. Но не стоит себя обманывать. Они не имеют и представления, в чем ценность этой системы. Они не понимают справедливость протокола, которая лежит в основе этого. Все, что они понимают, это что каким-то образом мы поняли, как делать деньги, и они тоже хотят часть этих денег. И здесь как раз кроется ключевая проблема. Они попробуют всеми силами отказаться от справедливого протокола, который они не понимают, чтобы достичь своих реальных целей, которые заключаются просто в том, чтобы зашибать бабла. Так что если вы думаете, что мы победили после подтверждения от банкиров и крупных инвесторов и больших корпораций, и после того, как PayPal полюбил нас, то вы пропускаете очень-очень важную вещь. Все эти организации, которые сейчас подтвердили систему такой, как она существует сегодня, не понимающие справедливость протокола, кроющаяся в ядре, они приложат все усилия, чтобы дискредитировать этот протокол. Они вернутся назад к механизмам, которые они знают и понимают. Они скажут: «О, это замечательно, что вы достигли этого, но у нас есть идея, как нам перейти на следующий уровень». Реально масштабировать это, реально сделать это возможным для широкого использования, для мейнстрима. Мы знаем, как положить это на бирже, на NASDAQ, чтобы все было быстро и по всему миру, чтобы все в любой точке мира могли быстро получить доступ и участвовать в этом. Нам не придется иметь дело со сложностью системы равноправия, где один делит, а другой выбирает награды, протоколы и все вот это такое. Мы просто не понимаем этот честный протокол, он выглядит для нас слишком сложным. Они не видят причины, по которой вы должны убирать третью сторону, доверительное лицо, потому что эта сторона всегда работала на них. И все эти знаменитые миллиардеры и компании, которым вы сейчас аплодируете, они только сейчас наконец-то поняли, что биткоин здесь надолго и собирается остаться, что криптовалюты, децентрализованные приложения, блокчейны — все здесь, чтобы остаться. И они производят инновации и ценность по всему миру. Они посмотрели на эти вещи и сказали: «О, это фантастика». Короче, мы реально можем сделать эту систему большой, надежной и справедливой до тех пор, пока все будут нам подконтрольны. Все майнеры, все узлы, все будут идентифицированы, лицензированы и нам подконтрольны.
и подчиняться нашим правилам. Перестаньте аплодировать. Начните вспоминать, зачем мы это делаем. Что действительно по правде уникально в этой системе, которую мы с вами построили? Это система, которая производит честный результат без привлечения третьей стороны. И те же самые люди, кому вы аплодируете, хотят стать этой третьей стороной. Мы говорим с вами про правила без управленцев. И все, кто сейчас нас слышит и понимает, что о чем мы говорим, то они, наверное, думают, если там нет управленцев, то я могу быть управленцем в этой новой системе. И самый лучший способ это сделать, это купить как можно больше билетиков на этот аттракцион. И, может быть, это сделает меня управляющим. Мы все еще не приземлились на Луне. Мы все еще строим нашу ракету. И я просто хотел вам напомнить, что очень важно не забывать, для чего мы строим эту систему. Причина, по которой мы строим эту систему, это потому что предыдущие системы справедливости потерпели поражение. Миллиарды людей по всему миру знают об этом не понаслышке. Это все потому, что нам нужен честный протокол, который не требует вмешательства третьей стороны. Вот почему мы это делаем. Спасибо большое. Вот и все, понимаете? Поэтому получается, что в долгую самый верный способ — это только накапливать биткоины на холодные кошельки и самому владеть своими приватными ключами, друзья. Потому что во всех других случаях вас могут заморозить, обанкротить, запретить вам транзакцию и так далее и тому подобное. В общем, это сказано, поэтому я лично считаю своим долгом, ребята, об этом вам говорить. Если вы это цените, обязательно ставьте лайк и проверьте, подписаны ли вы наш канал, делитесь этим видео с друзьями в соцсетях, чтобы больше людей узнало об истинной ценности биткоина, а не о той галимой спекуляции, которой мы тоже с вами занимаемся, давайте будем честны. Напишите в комментариях, храните ли вы свои монеты на холодных кошельках и в каком процентном соотношении вы храните на кошельках и на биржах. Потому что на биржах, конечно, удобней, поторговать можно, да, и говоря про поторговать, ребята, ну скажу здесь более такую долгосрочную свою картину. Посмотрите, биткоин сейчас, ну в момент, когда я записываю это видео, 7 июля 2023 года, биткоин уперся в свой очень сильный уровень предыдущей поддержки, 30 тысяч долларов. И уже дважды тестирует эту вершину, образуя тем самым поджимающийся треугольник. Поэтому я лично жду, что с более высокой долей вероятности мы пойдем наверх, в зону средних значений, куда-то в район 40-50 тысяч долларов. Может быть, конечно, мы оттуда отвергнемся и пойдем дальше вниз до халвинга искать двойное дно. Но то, что сейчас мы идем туда, я просто вижу это и по Сайферу, и по МакДи, да и просто по здравому смыслу. Сейчас никто не верит, всех выносит из ракеты. То же самое и с хорошими альткоинами. Понятно, что не все монеты выживут. Но высокий ликвид, ребята, и стопудовые проекты покажут еще свои иксы, покажут очень хорошие иксы, в чем я даже не сомневаюсь. Поэтому я продолжаю накапливать лонг-позиции, друзья, на всех любимых биржах, ссылки на которые вы найдете в описании. На Байбите очень удобно торговать. Вот мы здесь видим мой лонг по лайткоину, частично разгрузился. Посмотрите, Байбит стал очень удобно делать, он показывает теперь на графике наверху и снизу, где вы зашли и вышли. Частично я разгрузился здесь, поскольку мы пришли с нижней границы канала, даже пробили верхнюю. Но я все равно жду, что он пойдет гораздо выше, потому что у него скоро халвинг, ребята, и он очень сильно недооценен, ну глобально реально, как и большинство криптовалют. В общем, ладно, все другие монеты, Ripple немножко в минусе, но тоже думаю, что сейчас он пробьется основательно из этого флета, пробьется наверх, по моим ощущениям, улетит выше доллара. На Фемиксе продолжаю накапливать альткоин портфель с нулевой комиссией, ребята. С нулевой комиссией занимаю USDT и BNB. Думаю, что BNB будет падать. Avalanche добавил в этот портфель и немножко классика, трона и дэша еще. BNB начинаю шортить потихонечку. Думаю, что он будет в долгую падать к биткоину и к альтам. Ребятушки, ну что еще на BitGet? Bitcoin Cash у меня один контракт шорт стоит, но я все еще пока не уверен. Я посмотрю, короче, если он пойдет выше, я буду набирать вот здесь вот шорт по биткоин трэшу. А пока я немножко забрался этого шорта, прибыль вывел, стою, смотрю, жду. Если мы не удержим этот уровень примерно $260, то в принципе можно еще будет его попробовать хеджево пошортить на свой страх и риск. Chainlink лонг у меня здесь небольшой, лайткоин тоже в лонг. Думаю, что надо добирать лонги просто. На битфлексе еще меня закрыло по плюсу, вот на этом простреле. Закрыло по плюсу принудительно, потому что у меня уже был плюс 6 иксов или 7 иксов. Просто автоделевериджинг произошел. ADL, вот
тот самый, про который все говорят, да, произошел, да, на 6 иксах закрыла лонг, потому что обеспечения было очень мало. Но, тем не менее, круто, есть прибыль. Вот теперь жду, смотрю точки входа для новых трейдов. Bitflex — это идеальная новая биржа для тех, у кого есть проблемы с KYC или с ограничениями по территориальному признаку. Поэтому, если или то у вас... Если у вас проблемы или с тем, и с другим, то обязательно переходите на Bitflex по ссылочке из описания. Всем спасибо за просмотр этого видео. Надеюсь, оно было вам полезно. Краткосрочный сценарий лонг, долгосрочный сценарий тоже лонг. Мы все еще на дне накопительного канала, ребята. И у нас все еще очень сильная недооценка до средних значений, не говоря уж о перехае. Поэтому всем успехов. Накапливайте биткоины, выводите прибыль с бирж на холодные кошельки, ставьте лайк, стоп, тейк, подписывайтесь на канал. Всем профитролей и увидимся в следующем видео. Пока.